Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в центр города, в центр Алании. До пляжа Клеопатра здесь 300-350 метров максимум до воды. Продаются две квартиры в одном проекте. 1+1. Второй этаж. Классно для инвестиций, потому что этот проект может попасть под реновацию. 2 года, 3 года, 5 лет, не могу сказать. Итак, балкон. Там большой парк, новый парк. Вот цветные, видите? Я порой сюда дочку привожу, тоже очень нравится. Там дорога, Атачурка известная, и за ней Клеопатра. Тут первый балкон. Проекту где-то 25 лет. Высота потолков 270 сантиметров. Квадратура здесь минимум 70 квадратных метров. Это кафель. Отдельная кухня. Квартира для инвестиций. Можете купить и сдавать в аренду. Можно двери поменять. Лифта нету, земли второй или третий этаж, это второй балкон. Хорошая цена у этих квартир, и этой, и другой. Это санузел. Так как Клеопатра, здесь легко сдать в аренду квартиру, чтобы понимали, 1000 евро, там 1100 евро. 800 евро минимум можно сдавать. Проточный водонагреватель фирмы ВИТО. Стиральная машинка Siemens. Двери раритетные. Также раритетный встроенный шкаф. Глубокий. Спальня. Можно это поменять. Вот глубокий шкаф. Или оставить как раньше. Класс. Давно не видел такое. Вот в основном в центре города старые постройки вот такие, как вы видите. Восточно-западная сторона. Сейчас покажу я вам вторую квартиру. Айдата тут нету. И потом скажу цены двух квартир, когда выйду во двор. Все, я вошел в квартиру. Прихожая. Здесь более современный ремонт. Здесь цена подороже, чем та квартира. Продает один хозяин, санузел отдельный, здесь еще душевая кабинка была, да, душевая отдельно, вот, туалет отдельно, санузел. Так, отсюда входим, здесь спальня, здесь у нас спальня, где-то 12 минимум квадратных метров, полезная площадь. Как вы видели, высокие потолки. Прихожая хорошая, большая. Тут отдельная кухня. Холодильник фирмы Hitachi. Стиральная машинка Arçelik. Так. И здесь отдельная гостиная. Балкон. Здесь также помидорчики. Угу.
Все, спускаюсь я вниз. Лифта нету у проекта, спускаемся вниз. Сразу улица. Вот. Так. Итак, выйду я во двор. Фасад здания. Тут построены люкс-проекты, как Best Home, Sea Launch Cleopatra, все в шаговой доступности. Покажу дорогу, парк, маркеты, все, что надо, рядом. Выходите так, идете к пляжу Клеопатра. Так, здесь парк. Вот это новые проекты, которые построены, люксовые. Вот такой интересный большой парк здесь. Я здесь в городе редко снимаю, только вот когда вот такие срочные продажи, интересные предложения по цене, по месту расположения, я прихожу снимаю. Также можете обращаться, у меня есть много вариантов, которые я не выкладываю в сеть. Если у вас проблемы с переводом денег, обращайтесь, тоже поможем. У нас официальный представитель Золотой Короны в Махмутларе, также в Алании. Выдаем доллары, евро, лиры. Заранее нужно также заказать. Вот такой интересный парк. Я мог бы и оттуда пройтись. Еще сейчас пройдусь оттуда, а также отсюда можно. Давайте отсюда выйду. Со всех сторон есть выход к главной дороге. Атачорка. И меня Атачорка. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. В описании можете кликнуть. Также мой WhatsApp номер в описании есть. И телеграм тоже есть. Все можете найти в описании. А так телефонный номер плюс 90 555 064 91 10. Маркеты. Пардон. Вот там улица. Если прямо около здания вышли бы, то там 30 метров до этой дороги. Я вам показал парк, который рядом. Маркеты, видите, видите. Банкоматы есть. Вот главная улица, отсюда выходите к морю. Если хотите именно в другое направление, где мэрия Алания, то вот так идете, а Клеопатра в той стороне. Значит, цена первой квартиры, дорогие зрители, 110 тысяч 500 евро. Цена другой квартиры 113 тысяч евро. Надеюсь, услышали цену. Все, дорогие зрители, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Клеопатры, Сарай. Всем пока-пока.